Меня Артем, фамилия Кензель. Это мой сын, тоже его зовут Артем. Жена так его назвала, так захотела. С России пожили и случайно вот получился здесь пожар. Жена обгорела, потом 4 месяца болела. И нужно было делать пересадки, операции, но денег не было, и спасти не удалось. Но после этого вот так мы с ним живем. Ой, постоянной работы у меня никогда здесь, очень тяжело. Но у меня сами, это понимаете, я так. Надо же за ним тоже смотреть, как я могу работать. Ну, нанимал женщину, если получалось. Пару друзей работают, когда у них есть лишние деньги, они мне помогают. Когда нету, тогда нету. И все. Если что-то встретится, конечно, пойду поработаю, потому что так жить тоже. Бывает иногда так, иногда так. А что делать? Нельзя же все время грустным ходить и голову опустить, и на все руки положить. Так не получается. Помещаю. Мне вот. Он тоже любит смеяться, улыбаться, танцевать. Здесь все равно продолжается. На одном месте же не останавливается. Евреи своеобразный народ. Избраны Богом, как говорится, они друг друга не забывают. И это очень хорошо. Вот.